квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник – вот могут стать пределами мечтания этого имени. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Звук «Х» в этом имени дает характеру человека неприятность и отсутствие напора. У человека повышена чувствительность к тому, что говорят о нем люди. Иногда эти люди чувствуют, что находятся под чьим-то пристальным вниманием. Им важно, как они выглядят в глазах окружающих, поэтому стараются добиться высоких результатов выбранной деятельности. Люди, чье имя начинается с буквы «Я», тактичны и воспитаны. Они успешны в творческих профессиях. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. Звук «Л» дает людям любовь ко всему красивому. Они верны в любви и способны вызвать к себе расположение. Однако уступчивость зачастую играет с ними злую шутку, и их талантами пользуются в корыстных целях. Буква «У» в этом имени отвечает за гуманизм, хорошо развитое воображение и острую интуицию. Они одарены необычайной интуицией. Часто создается впечатление, что эти интеллектуалы и ученые своей единственной целью в жизни считают дальнейшее углубление своих знаний. Они всегда хотят добиваться уважения и любовь окружающих. Отправиться за 3-9 земель, устанавливать торговые связи, прахтовать рыболовецкие суда, исследовать глубины океана на научном судне – эти люди счастливы, когда они оказываются в своей стихии и, как правило, не мечтают ни о чем другом. Значение буквы в этом имени символизирует чувство превосходства, говорит о самовлюбленности, стремлении завоевать всеобщую любовь, уважение и признание. Какой бы род деятельности они ни выбрали, способность гениального предвидения событий и таинственная притягательность для других людей всегда будут на их стороне. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. У владельцев этого имени есть твердое стремление везде побывать и все испробовать на собственном опыте. Буква «У» говорит человеку, что не все стоит делать так, достоянием общественности. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Владельцы этого имени всегда стремятся подняться на высший духовный уровень. Жадность – наиболее распространенный порог в этом имени. Им, как воздух, требуется впечатление, возможно, застенчивость. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Обладает богатым воображением и высокой интуицией. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.